Золотой Орел, это день один, мы на месте. Впустую теряем время. Понял, Грейвс, ждите. Ласвелл, подтверждение есть? Хранитель один, Браво 07. Вы на месте? На подходе. У нас тут вертушка. Это генерал Гарбрани. Надо признать, он пунктуален. Поднимайся туда и посмотри, что он забыл в этой дыре. Смотрю. Что видишь? Пехоту, технику и разное железо. Все российское. Какого черта русские связались с Гарбрани? Они продают иранцам оружие. День один, ты слышал? Так точно. Двух зайцев одним выстрелом. Прежде чем начинать, надо убедиться, что Гарбрани там. Гоуст, можешь опознать генерала? Охрана сопровождает одного человека. Русские явно ему рады. Больше не порадуются. Гоуст. Вижу генерала Гарбрани. Принято. Внимание, цель подтверждена. День один, пуск разрешаю. Принято, главный. Гоуст, ты находишься слишком близко к цели. Тебя может зацепить. Понял, учту. Пускайте. Внимание всем, это день один. Ракета полностью готова к запуску. Ждите сигнала. Координаты есть, цель указана. 2, 1. Пуск! Ракета пошла! Точно в лузу, так держать. Есть, вхожу в район. Не готовится. Дальше будет на цели. Машине через 3, 2, 1. Твою ж мать. Попадание. Цель уничтожена. Войдите. Ласвелл. Генерал Шепард. Какой знакомый взгляд. Что, война? Вы бы первым узнали, сэр. Да, не спорю. Говорите. Появились сведения о заместителе Гарбрани. Гассан Зияни. Аль-Кудс, майор. Теперь Иран, его сектор. Поставщик террористов? Да, это он снабжает их всем. Какой шустрый. Он очень опасен. Смерть Гарбрани дала ему повод. Он что-то замышляет. Но его не достать в Иране. В Иране его нет. Он в горячей точке в Аль-Мазре. И какого черта он делает в Аль-Мазре? Есть только один способ узнать. Но будем брать. Когда? Да хоть бы и сейчас. Кого отправим? Вылет через 5 минут. Понял. Морпехи уже грузятся. Вы с сержантом возглавите операцию. Что за сержант? Толк Мактавиш. Ну что, возьмем гаденыша, а? Давай, загружайся. Твою ж мать. Гоуст на связи? Да, сэр. Есть проблема? Никак нет. Отбой. Авиация наносит удары по окраине Аль-Мазры. Разведка засекла крупную группировку Аль-Каталы в долине. Похоже, они что-то защищают. Сообщают, что боевики охраняют 3 постройки.
Возможно, в одной из них майор Гасан. Ночью Гоуст и Соуп возглавят операцию по ликвидации или захвату Гасана. Две группы высадятся с одного борта в разных точках на границе района цели. Группа «Браво» защищает здание 1 и 2. Группа «Альфа» берет здание 3. Огонь на поражение разрешен. Но мы все же хотели бы допросить Гасана. Учтите, майор Гасан важен для Аль-Каталы. Его будут защищать любой ценой. Доброй охоты. Группа «Браво» на выход. Группа «Альфа» высадится позже. Встречайтесь посередине. Помните, Гасан интересует нас живым. Но если что, можете его убрать. Давай, Сол. Как слышно? Браво! Альфа не мобильна! Есть 300-е! Мы под обстрелом! Альфа, идем к зданию 1. Держитесь. Гоуст, надо прикрыть место падения. Сперва займемся Гасаном и отвлечем их от Альфы. Потом идем к вертушке. Ясно? Вас понял. Вперед! Прорывайтесь к дому. Выбиваем. Зачищаем. Заходим. Прорываемся наверх. 7-1. Иду на второй. Они здесь. Ахи, это кульвар бей Мурменхон.
Мы закончили. Гасана нет. Понял, идем к вертушке. Тут у меня видео с Гасаном. Гасан для них герой. Скоро им понадобится новый герой. Ты там цел? Броня выдержала. Эти уроды сбили Альфу. Ага. Пора идти к месту падения. Браво, собраться снаружи. Гоуст, это Соуп. Алькатала неплохо экипирована. А этот Гасан щедрый ублюдок. Мне уже не терпится встретиться с ним. Дом зачищен, уходим. Соуп, мы идем к вертушке помогать раненым. Остальные стоят здесь и прикрывают. Понял. Альфа-02, это Браво-07. Второе здание есть, идем к вам. Альфа, принято! Приготовиться, Алькатала уже нас ждет. Свои, свои! Черт, рад вас видеть. У нас 5 убитых и 1 ранен. Ствол только у меня, патронов мало. Помоги мне. Не сейчас, они здесь. Целься по тем деревьям. Движение. Сможешь попасть, стреляй. Черт, сколько их там? Пора их поджарить. Да. В атаку! Стрелки у стены! Есть, Витян! Чисто? Пока да. Следи за той рощей. Они там еще бегают. 7-6, вызывай авиацию. Пусть отработают по тем деревьям. Да, сейчас. Держитесь, мы еще не закончили. 07, подлетная 3 минуты. Вас понял. Ждем авиацию. Эй, там в роще дым. Не вижу целей. Ни черта не вижу. Берегись! Укрытие! Пошли гранаты! Граната пошла! Смотри, ранены! Продолжай стрелять! Кончи их! Все тихо. Ты как, Соп? Нормально. 2-3 зацепило. Он умер. 7-2, ты нужен здесь. Понял, иду. Гоуст, надо отходить к дому. Нет, либо оборона, либо наступление. Гасан все еще там. 7-6, дай связь с авиаподдержкой. Есть, сейчас. 7 главный, это Кило-01, огонь рядом с нами. Кило-01, работайте по целям перед нашей позицией. А нас не беспокойтесь. Понял. Черт, что делать? Лейтенант, у нас тут бронетехника. 4 штуки. Пока не стрелять, подпустим поближе. Вот и они.
Ждите команды. Готовься. Гаси! Чисто. Кила 01, нет движения. Спасибо за помощь. Вас понял, 7-6. Кила 01, жду дальнейших указаний. 7-6, вызывай санитарный борт. Есть. Собирайтесь. Гасан еще не пойман. Мак. Ага. Пошли искать урода. Альфа, пойдешь с нами. Есть, лейтенант. Вперед. Зуб, давай. Эти падлы сделали из нас приманку, да? Экипировано хорошо. Воюют грамотно. Спасибо Гасану. Ага. Похоже, ты был прав. Думаешь, Гасан здесь? Падение вертушки — шанс для них. Увидим, используют ли они его. Ложись! Суп, сними стрелка. Остальным залечь и ждать. Кто ранен? 7-4 ранен. А как эти сволочи нас видят? У них ночники. Мы тут как на ладони. Снайпер убит. Там еще снайперы. Займите ими. Сержант, уходи. Суп, на тебе снайпер. Уходи оттуда, Мактавиш, ложись. Один есть. Отличный выстрел. Суп, прикрывай. Остальные марш. Аль-Катала копалась всерьез. Они явно защищают что-то ценное. Голст, мы даже не знаем, там ли Гасан. А куда деваться? 7-6, пусть ударит, но не сносит. Кила 01, вызываю огонь. Не видно. Повредиться не разрушит. 7-6, понял. Начинаю заход. Собираемся у той стены. Марш!
есть авиация. Да, надеюсь, Гасан еще живой. Дохлый тоже зайдет, так искать проще. Право, вперед, перекрыть все выходы. Суп, будь рядом. Суп, входи давай. Ищем Гасана, живого или мертвого. 7-1, входим. Прочесываю первый этаж. Идем на первый этаж. Проверьте все трупы. Надо опознать Гасана. Прикрываю. Враг убит. Гасана кто-то видел? А внутри. Первый этаж. Гасана нет. Никак нет. Объект не найден. Нет, Гасана среди них нет. Не он. Прикрываю. Поднимаюсь на второй. Продвигаюсь на второй. Повсюду. Вот только не здесь. Этих засранцев. Смотри. Смотрите. Форма, как у Гасана. Значит, он здесь был. Мы упустили его, пока занимались вертушкой. Хочешь сказать, мы не должны были им помогать? У всякого выбора есть последствия. Браво, внимание, у нас тут движение. Иду. Браво, собираемся снаружи. Если Гасан удрал, какого хрена они защищают? Надо выяснить. Мактавиш, за мной. Идем. Мактавиш, ты нужен здесь.
Что тут? Склад. Ворота открыты. Внутри какой-то шум. Понял. Зачищаем. Контакт! Все чисто. Проверить. Узнаем, что они прятали. Про этот склад не было данных. Проверь. Что еще за хрень? Тут написано. Ну, охренеть. Баллистические ракеты. Пусковая установка. Бьет на 1000 миль. Не меньше. Твою мать, откуда в Иране такое? 7-6. Свяжи меня с Ласвал. Есть, сейчас. Браво, 7-6, Чарли. Хранителю 1, прием. Хранитель 1 на связи. Ласвал, это Гоуст. Кое-что есть. Надеюсь, это Гасан. Гоуст. Ты глянь. Гоуст, Гасан у вас? Никак нет. Тут оружейный склад. У Гасана есть ракеты. Они из Америки. 07, это Золотой Орел. Повторите, что вы там... Повторяю. У Гасана американские ракеты. Так, все на выход. Вперед! Что непонятно-то? Иран заполучил американские ракеты. Американские ракеты у Аль-Каталы. Гасан раздает всем наши баллистические ракеты, как праздничные хлопушки, а мы не в курсе? Иран это правдоподобно отрицает. Ясен хрен, Иран правдоподобно отрицает, но это они. Я хочу знать, сколько у них ракет и куда они их запустят. Возможно, Гасан работает с контрабандистами. Ну тогда я очень рекомендую вам узнать, с кем конкретно. Дайте моей команде 2 часа на эти ракеты. И мы узнаем, кто на них хоть раз взглянул. Нет, ракеты уничтожить. Но, генерал, там могут быть важные данные. Это явно ошибка разведки, Ласвелл. Ошибок тактики нам не нужно. К рассвету там нарисуется 500 вражеских солдат. Мы не можем ждать, и мне неинтересно любое другое мнение. Золотой Орел вызывает Гоуста. Выдвигайтесь, нам необходимо избавиться от этих ракет, и поскорее. Вас понял, главный. Амстердам. Что Амстердам? Амстердам-то тут при чем? Центр контрабанды. Порты, каналы, и там у Ирана друзья. У нас тоже. Кто? Капитан. Сейчас он там выслеживает ячейку Аль-Каталы. Ну что ж, первая хорошая новость сегодня. Я займусь этим делом и свяжусь с ним. Кейт Ласвелл снова в деле? Это надежней. Ошибиться нельзя. Полностью согласен. Кейт, мне нужен Гасан на блюдечке с голубой каемочкой. А пока никому ни слова. Безусловно, сэр. Расчетное время. Меньше часа. Где вы сейчас? Каналы. Под мостом. Следим за катером.
там контейнер с ракетами? Нет, не на этом. Надеюсь, он приведет нас к цели. Свяжемся. Газ. Готов. Порядок. Тогда за ним. Ласвелл, мы на месте. Принято. Что у вас? Алькадала загружает баржу. Вот задача. Узнайте, с кем они работают. Есть. Охрана по периметру. Ага. В порту охрана Алькадалы. Уберите их, чтобы попасть на баржу. Давайте к делу. Отбой. Так, разделимся. Я беру периметр. Ты зачищаешь порт. Только тихо. Встретимся на барже. Есть. Иду за вами. Отлично, шеф. На первом пирсе займись им. Есть.